А ты уверен, что в этом придорожном ручье нас ждет рыба? Уверен, тут ее тьма. Свято, да? Погода у нас, конечно, народ, сегодня жесть, всем привет. Поэтому мы решили по пути к большой воде остановиться. Видели рыбаков вот в таком придорожной маленькой речке. Вот это Костик с нами. Вон привет. Да, вон Никитос идет. Решили, короче, попробовать удачу здесь. Да вон бурно не шуриком. Ну, как шуриком руками надо бурить же. Поэтому мы до сих пор в такой жопе и живем, блин. Нахер нам прогресс. Лапки наши все. Да. По-моему, я берег бурю. Тут воды нет, чуваки. Как нет? Вот так? Ты что, в этот забурил? Не знаю. Да ты не добурил просто, наверное. Ну, не может такого быть. Она землю бы выкинула. Да какую бы ножу? Подожди, а здесь, значит, нет. Вот. Вот трава как раз. Как раз трава, блин. Пускай свой холодный мон. У нас сегодня литражач какой-то будет, а не рыбалка. Короче, вариант продавщица еще в силе, да, пацаны? 3,7? Да ну. Вот, вот, винная яма. И тут рыба есть. Вообще вагон. Кого-то пустил диппер. Рыба, да, много? О, нифига себе. Да, вот это она. Тут ямка по хорошая, рыбе. Да, глубина 3,7 метра. Рыба под дну вон. На 3, на 3,8. Я, короче, сюда сразу ставлю палатку. Ага. Ты иди себе бури где-нибудь в другом месте, блядь, ставит он палатку. Я сюда ставлю. Ага. Я ставлю сюда. Все. Сосумбана. Костян! Моя лунка, Димон! Херасия, твоя лунка! Кто бурил? Я! Я бурил! Кто эхолот сувал? Я эхолот сувал! А потом прибегают какие-то и говорят, моя лунка! Спортсмены охуевшие, да? Константинтий! Да? Тут рыбы просто тьма! Не слушай ты этих... спортсменам. Я спортсменов говорю. Не слушаю. Да, он там, блин, на какой-то мели. Короче, все. Садимся сюда. Что, есть? Конечно. Фига, первая рыба. Пока мы тут смотрим. Ковыри... Щука! О! Нифига себе! Никита, я щуку пойму. Щука на безбутылку. Пока я тут ставлю, короче, палатку, значит, щука поперла. Нифига. Выпускай, Никита. Покажи на камеру. Выпускай. Димон. А. Смотри, щука, Димон. Ну щука, я же говорю, на безбутылку. Так, надо ее сразу отпустить. Отпускай, отпускай. Исплывет, нахрена себе. Дима, ты любишь щуку? На щеку, да? Да, хей щуки люблю. Учитесь как-то там, предики. Так она всю, наверное, нам сейчас плотву распугает. Не распугает. Вот, ребятушки, смотрите, в моей лунке рыбы просто тьма. И на дне, и выше, и ниже. Но пока что не клюет. Только щуки, да? Ну просто забило. А пока не ест. Приехали в обед. Он же спортсмен, кормит. Опа! Что-то, по-моему, есть. О! Лещ!
Лещ. Да, да, берет. Я подмотал, еще и берет высоко. Че, я зря палатку что ли покупал? Закармливаю лунки, убиваем их, ставим палатку. Ну блин, ветра меньше будет. Нет? А нахер я ее тогда таскал? Вот такой интересный. Раз взяли, надо ставить. Ну-ка, Никитушка. О, Никитушка тут кормит вовсю, блин. Вон. Тесто у него, давай. Вон, Димон, берите кусочек. Давай. О, спасибо. Смотрите, какой босячий подгончик от Никитбека. Ты ее только это маленько помни, потому что я только-только добавил манку. Можно чуть-чуть. А, ты добавил. Только намешал, да? Да, я ее только сделал. То есть она, видишь, что а кушок? Впитала в себе все. Ну, у вас-то что клюет? Ну, у этого, у Костяна была поклевка, что-то не вытащил. У меня подлещик один такой маленький. Ну, не сильно маленький. Ну, нормально. Нормально. Ну, короче, рыба есть, надо ждать клевой, либо раскармливать, не знаю. Короче, оставлю палатку. Прикормка-то есть? Нет, мы у тебя возьмем. Сразу это, спайте себе сколько надо. А надо сверху покормить лучше? Да здесь течения нет, можно по чуть-чуть просто сыпать. Все, окей. Короче, не знаю. Шариколеп из меня плохой. Кину вот так вот. Кусочек. Так. Костик не захотел высиживать. Пошел искать плотву. Пробурился в метре от палатки. Вроде бы как поймал. Короче, пошел за активной рыбой. Я все-таки повысиживаю здесь. Попробую половить. Одну удочку поставлю на стоячку, а одной поиграю. Ну и буду чередовать. Короче, вот такая у меня есть удочка с вот такой вот мормышкой шайбой. Очень хорошо себя показала недавно. Сейчас на нем попробую половить тоже. Покажи, кого ты там припарковал. Ни хрена себе окушочек. Что ты, морда вылезла из палатки? Лови давай, вон рыба есть. Офигеть. Да вот что-то не клюет. Походу нашел. Опа. Вот, парни, я, короче, решил не сидеть тоже в палатке. Попробовать поискать где-нибудь на мелководье по активного окуня какого-нибудь. Ну вот. Первая поклевка. Причем на метре. Да. О, блин. Да это задели. Да какой задели? Окунь бьет. Блин, и как тянуть? Набились мне в палатку обормоты, сидят, жрут, блин. Все кофе своим уставили. О, забагрил. Так тут что, муж окунь на глубине тусуется, а мы на стоячок ловим. Попробуй подойти. Передерни, Дима, передерни разок. Че, блин, на камеру мне всякую херню базарит. С такими извращенцами приходится на рыбалку ездить. Я их поэтому и в палатку к себе пускать не хочу. Там ты извращенец. Повернешься к вам. Повернешься к вам жопой, блин. Опа, есть, есть, есть. Тихо, тихо, тихо. Блин. Сука, сорвался кто-то. Жалко, кто-то убежал. Поплевка. Вот так. Тихо.
Блин. Да ты тут ерши. Я говорю, и тут ерши, блин. Да. О, сразу же опять поклевка. Так. А может, не надо никуда идти гулять? О! Нашествие ершей! Хера он заглотил. Вот я ее, видишь, приманил. Блин, ну только не срывайся. Тихо, тихо, тихо. Квостик хорошо. Вот плотву мне при этом приманил своей безмотылкой. Мне кажется, безнадежно, Костик, это дело вытряхивать плотву на безмотылку, нет? Нет. Давай я тебе мотыля насажу на безмотылку. Че, поймал? О! На чертика. Обловил. Вот смотри, чертик. О, так он у тебя такой навороченный весь. Разноцветный. Нет, тут вообще просто в твоей лунке ад адский творится. Смотри, она просто везде. Кормку Димону отдал? Ой, Димону отдал. Да. Да у него, по-моему, прикормка спецовая намешанная, чтобы мы не ловили потом. После нее клевать перестает. Есть еще такая невнятная, какая-то непонятная. О! Мелкая плотвица. Раз такая пьянка, то сменяю мотыли и заодно сменяю мормышку. Поставил. Поклевка же вроде была на стоячку. Это не была, а есть. Да. Какой-нибудь ёж сейчас. Окунь. На дно положил. Потюк. Только что было. Че, плотва ушла, окунь пришел? Полный ассортимент. Что мы сегодня видели? Окуня видели? Видели. Плотву видели. Ерша видели. Подлещика видели. Щуку. Щуку даже, точно. Все можно сказать на одном пятачке. Да, еще раз. Ну, ж, видишь, подсыпем. Ну, значит, еще подсыпем. Все рыбы много прям сыпь, не боится. Сейчас вот выхолоте, может рыбу увидеть. Вот видишь ее. Подожди, Димон, стой. Ты меня поймал, что ли? Наверное. Да. Запился. Тебя? Да. Тащи тогда ты, или ты меня отпускай. А, или я тебя поймал, сейчас поклевку мы проспали. Давай я тебя, ты меня отпусти, да, ты отпускай, я вытаскиваю. У тебя резко потолще. Не, ну мы явно сцепились, но я вот... смотри, дерну. Вот, тяни. А как тянуть? Не тяни. Вот тянет. Все, я застрял.
Я за лунку, зацепился или за что? Вот она пружинит. Поэтому я тебе говорю, давай в твою сторону попробуем. Там муж рыба сидит или что? Нет. Ну, сука, хитрая рыба. Не знаю, что попробовать утопить удочку, а ты вытащишь. А я не вытащу, удочку не топи. У меня же зацеп. Так и у меня зацеп. Давай пока туда-сюда погоняем, посмотрим. Что делать-то? Что делать, да? 208, ничего ты не делаешь. Рвать? Если только этот отцеп. А за что зацепилось? За край лунки, что ли? Ну у тебя там что, дулка или что? Украинка мелкая. Дорогая? Да что-то рублей 600. Загорает. Да нет. Ну 300 может быть. 300 рублей? Да. Что, угораешь? Нет. Реально украинская мормышка 300 рублей. А? Но она мелкая, на нее ловится прикольно. А ты что думаешь, мы полено какое-то зацепили? Конечно, блядь. Не, мы же, мы кажется друг от друга просто. Ну-ка потяни еще. Не, я не могу. Не можешь? А я если потяну. Послабче. Смотри, все, оборвался. Ну я сейчас оборву. А я нет. Нет? Ну тогда стой, подожди. По-тихому. А что, можно что-нибудь спустить? Ну отсюда. А, есть какой-нибудь кархан такой? Ну, мультитул есть. Мультитул, мочить не хочется. Не, ну что, а... Что тяжеленькое, блядь, колечко не вылько? Лёгко есть. Вот. Ну вот, что, пробуй. То есть мы как делаем, короче, вот это привязываем вот так, да? А вот это цепляем на леску и бунку, да, и подбивать пробуем, да? Да. Хочешь, давай я удочку подтяжу. Держу. Контент пошел, так. Ты снимаешь? Да. Контент. Ну если что, вилку утопим, блядь, хер. Подожди, подожди, не это. Че, оно переключилось? Да. Такое ощущение, что мы об край лунки зацепились. Ну-ка ниже давай. Ну, вот видишь? Вот мы сцепились друг с другом просто. А, вот и вся любовь. Да. Вот и чертик нам. Че, смотри, лайфхак. Ну, как отцепить зацеп? Ну отцеп нужен и все. Вот, походу, какая-нибудь херня тяжеленькая, блин, с колечком, с карабинчиком, и готово. Вот ложка моя пригодилась, ложка-вилка. Для благих дел. Да, слушай, мы теперь будем знать. О, парни, весь наш сегодняшний улов разбросан по всему льду. Ну, в принципе, с учетом того, что я все заберу, очень даже неплохо. Ну что, Никита, как тебе сегодняшняя рыбалка? Сегодняшняя рыбалка просто восторг, шик. Блеск, красота. Блеск, да? Свежий воздух, красота, тепло, весна. Весна наступила уже, середина почти марта у нас. Охренеть, и минус 15. И минус 15. В общем, вот так, сегодняшнюю рыбалку это списываем на неправильную весну. На этом все, всем пока. И девчонки. Никитос говорит, самые лучшие пирожки. Сколько мы проехали за пирожками уже? Мы уже 70 километров. 70 километров? Лучшие пирожки в Новосибирской области. Все, сейчас пожрем и нахер эту рыбалку. Поем обратно. Так. Во. Давай мы этот, бля, весь багажник пирожками забьем. И домой. И домой. Если ты хочешь проспонсировать, я не против. Ты, кстати, зря. На фоне как бы текущей ситуации я бы подумал о том, чтобы забить. Похер, пусть даже сушеные будут. Будет что хавать через неделю. Килограмм. Ва, какие красивые.